Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» проводится уже несколько лет подряд. И Одинцовский район традиционно принимает в нем участие. На этот раз для уборки был выбран участок леса, расположенный между Северным обходом, Подушкинским и Красногорским шоссе. Организаторами акции выступила районная администрация и Звенигородское лесничество. Будем убирать мусор, бутылки, всевозможные отходы, будем вычищать лес. То, что как бы это очень полезно для природы, я думаю, говорить, наверное, не имеет смысла объяснять, почему это полезно, да? Вот. Но самое главное, это как одна из причин, для чего мы это все убираем. Я думаю, что никому не приятно идти в грязный, неухоженный лес. Все любят ходить, когда чисто, аккуратно, красиво. Убираться участникам субботника предстояло на территории примерно 14 гектаров. Симпатичный лесок находится слишком близко к городским кварталам, поэтому участь его печальна. Везде полно следов культурного, в кавычках, отдыха на свежем воздухе. Интересное наблюдение. Почему-то притащить в лес тяжелые сумки с едой и напитками людям проще, чем унести за собой после пикника намного более легкие пакеты с мусором. Сегодня здесь собрались представители 16 поселений, то есть весь Одинцовский муниципальный район, также представители общественных организаций и экологических различных фондов. Заявилось у нас около 250 участников. Указанные люди собирают мусор, который успел накопиться по обочинам и в лесном массиве, с вывозом указанного мусора на полигоны. Для сбора и вывоза мусора был подготовлен 20-кубовый контейнер. Его, конечно, хватило, но нельзя сказать, что с запасом. Вместе с представителями поселений, муниципальных предприятий, общественниками участие в субботнике принимали члены Всероссийской партии «Единая Россия». Очень хорошее мероприятие. А в чем заключается? Мы наводим порядок в нашей зеленой зоне, которая находится возле города Одинцово. И обращаю внимание, что члены партии «Единая Россия» поддерживают такие мероприятия, которые проводятся администрацией. Стартовавшая в минувшую субботу акция «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» продлится до 30 сентября. Петр Горохов, телекомпания «Одинцово».